Как определить, мелкий он или крупный, это, в общем-то, все относительно. Ну вот мелкий пигматит, видите, графика очень мелкая, то есть на единицу площади приходится очень-очень много мелких графических этих символов. Вот палец для ориентира. Вот здесь вот уже покрупнее пошел, видите. Там, где покрупнее, это ближе, значит, к друзовой полости. Вот тоже мелкий-мелкий-мелкий пигматит. Вот здесь вот, видите, он мелкий. А здесь вот уже он становится крупным. Вот этот для одной жилы. Вот их теоглипты кварца как увеличиваются. То есть вот эта вот сторона, которая справа, значит, ближе к занорышу. То есть копать здесь, не здесь, вот где они помельче, а к центру жилы копать нужно. Ну вот то же самое. Может, не очень характерно, но увеличиваются их теоглипты справа. То есть, значит, друзовая полость, скорее всего, будет находиться справа. Ну, вот альбит уже тут начался. То есть это уже занорыш пошел. Вообще, конечно, для занорыша характерны вот такие вот вещи. Вот шпат занорный, видите, какой он. То есть с ним уже самоцветы. Вот кварц подходит, их те липки кварца. А это уже непосредственно полость, началась стенка полости. Вот смотрите, на единице площади меньше их теоглиптов, но они крупные. То есть больше блокового микроклина, значит ближе к занорышу. Вот мелкие их теоглипты. Вот они здесь покрупнее уже становятся. Вот это нужно будет определять непосредственно в поле. Вот это примерная схема разреза пигматитовой жилы. Чисто условная. Чисто условная. Вот видите, вот эта зона мелкой графики. Вот она выделена. Пигматит мелкой графики. Вот он такой небольшой. Дальше еще покажу. Ближе к друзовой полости это пигматит уже крупной графики. Крупной графики увидите. Еще раз повторюсь, для того, чтобы найти что-то в пигматитовой жиле, какие-то самоцветы, нужно найти пигматитовую жилу. Для этого, естественно, надо знать, что такое пигматит. Надеюсь, вы уже поняли, что такое пигматит. Вот еще раз показываю. Вот это вот мелкий пигматит. Эх, не видно сейчас моего. Сполоснем. Вот такие вот червячки. Их теоглипты кварца. Вот это мелкий. Если вы нашли жилку какую-то и не знаете, куда копать, вот такой кусочек нашли, смотрите внимательно. Вот видите, сторона. На этой стороне он пока крупнее. Эти глипты. Следовательно, что значит у нас? Друзовая полость будет ближе к оси к этой стороне. Вот еще раз показываю пигматит. Видите, мелкий, мелкий, мелкий. Здесь уже покрупнее. То есть справа будет ближе к друзовой полости уже. То же самое здесь.
Видите, какой пигматитик. О, здесь мелкий, а здесь вот какой. Еще раз. Здесь видите, какой он? Вот эти вот червячки. А здесь, о, какие крокодилы уже пошли. Все, значит, все, друзовая полость уже тут ваша, все уже. Берил ваш. Когда вы подходите с крупной графики, ближе к дрозовой полости, начинается, ну, орбит микроклиновая вот надвое на щели область. Вот видите, ну, это из кармашка, это не из заноруша. То есть маленький занорыш, очень маленький. Идет, 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 раз, покрупнее графика, и пошла красота самая. Вот этот вот альбитик, значит, вы уже на верном пути. Еще немного, и самоцветы будут ваши. Вот тоже, смотрите, вот здесь вот, видите, графика? Вот он, пигматитик. А это уже блок пошел, вот. Попробуйте-ка, разберите его. Вот, а за ним уже все прекрасное будет. Еще один примерчик. Вот тоже, видите, пигматит идет, идет, превращается вот в какой микроклинчик. О, красота какая. Вот даже тут уже дымчак пошел. Вообще прекрасно. Ну, это не из той кухни. Да, бывает, на друзовой полости начнут встречаться, может быть. Ну, ладно, это для следующего раза. А вот посмотрите, вот такой шпат, это уже стенка в друзовую полость. То есть уже все там. Это еще не есть друзовая полость, это еще графика пигматита. А это уже вот раз-раз-раз вы продолбили, вот она уже друзовая полость. Вот внутри уже все здесь. Глинка, песочек ли, и в нем лежат кристаллы. Или растут на таких вот стенках. Ну вот сегодня на этом кончим, закончим. Видите, такой вот, сколько было у меня занорышей. На всех шпат такой вот изъеденный. А это полость с самоцветами. Это берил. Полость с самоцветами, вот. То есть вот этот вот берил, он не сидел на чем-то, он просто лежал в глинке с песком, вот в этой вот полости. Есть, конечно, те, которые прикреплены, поэтому друзовую полость, если доведется вам работать, то брать осторожно и брать вокруг ее. Нужно занорыш не просто вытаскивать его там горстями, а аккуратно убирать стенки, чтобы эти остались минералы. Ну вот как пример. Вот эта друзовая полость живьем. Это из друзовой полости аквамаринчик. Сделаю еще несколько видео, чтобы поподробнее вам рассказать, как найти самоцветы. Конечно, лучше показать все это хозяйство на местности, покопаться, показать, и тогда вы все сами найдете. Вот в частности, вот смотрите, проводничок идет такой вот. Здесь вот кварцевый он показан. По нему можно добраться до этой полости. Но это попозднее расскажу в другом видео.